Короче, мы возвращаемся в магические шахматы и пробуем сборку, которую нам предложил подписчик. Но, честно говоря, я уже третий раз ее тестирую. Первый раз мне с рандомом не повезло, второй раз практически то же самое, но... Короче, на данный момент у меня пока сильные сомнения в этой сборке. У этой сборки есть неплохие исходники, но так как я уже два раза пытался собрать кое-что, мне в принципе уже немножко надоело, поэтому в этот раз мы немножко поменяем. Короче, мы поменяем немножко сборку. Короче, исходная сборка тут нежить. Нежить и танки, как он написал, но какие именно танки, он не уточнил. Соответственно, будем собирать просто держатели щита. И в этот раз остальные мы будем собирать киборгов. То есть держатели щита, киборги, ангелы, вот эта вся хрень. Мы тут побеждаем. Прекрасно, замечательно. Ставим на Идору сапоги. И пока что наблюдаем. На самом деле я уже немножко устал, так как я записываю третий раунд, пытаюсь записать третий раунд подряд. И немного подзадолбался. Так, ладно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Семь, восемь. Девять. Хотя нет, давайте 9 и 10. Да, вот, пожалуй, сейчас вот так вот соберем. Вы пока не знаете, что, но я знаю. Мы, кстати, проигрываем. Ну, не беда. Так, ладно, пока телефон положу. Главное, чтобы сейчас на рандом повезло. А дальше уже хорошо будет. Кстати, во втором раунде мне неплохо повезло на рандом, но у меня абсолютно не было никаких предметов. Собственно, выпадает тигрил. Это замечательно, прекрасно, и все замечательно. Два раза повторился, не суть. Идору отодвинем назад. Продадим мию, потому что к черту ее бесполезность. Получаем... Первая энергия императоров, она нам, в принципе, будет полностью собрана через Адету, но пускай пока через Ланселота будет. Так, кто у нас тут собирает убийц? Ну, скажем так, себе собирают в этот раз противники. Посмотрим, как будет дальше, но пока что я не особо вижу хороших сборок. Мы, кстати, проигрываем. А, нет, мы выигрываем или проигрываем. Нет, у нас остается два тигрила, поэтому мы в любом случае проигрываем. Вообще, кстати, в среднем посчитал, в среднем мы имеем на поражение, то есть, если, знаете, поражения подряд идут или там через два, то в среднем мы имеем шансов на поражение всего лишь 8 штук. Разок обновим, получим второго тигрила, замечательно. Больше там никто не нужен из этих, поэтому просто стоим, ждем, наблюдаем. Кстати, самое интересное, за третью попытку всех сборок я впервые собрал тигрила до второго уровня. До этого он абсолютно вообще не падал. То есть выпадало два тигрила или один, и все, больше их не падало абсолютно. Но это нам все равно не особо помогает. Урон, конечно, хорошо держит, но... Кстати, тигрил хорошо урон держит только на втором уровне. На первом уровне он намного хуже. То есть тоже Хуфра значительно полезнее будет, хотя он даже не танк. Коробка судьбы. Кто у нас тут? Никого полезного нету. Поэтому, знаете, возьмем... Ладно, уже не возьмем. Возьмем огонь. Хотя нужно было взять вот это, неуязвимость при малых хп. Но я не помню, она физика или мах. Аргус. Получаем Аргуса. Замечательно. Это первый наш боец. Да, пускай пока так и стоит. Пока что купим золото для бонуса и, в принципе, все равно пока никто не упадает. Кстати, по поводу вчера. Я вчера рассказывал, что у нас за всю зиму выпадал снег всего лишь 3 раза. 4 раза. Короче, 4 или 5 раз, не помню точно. Вчера вечером выпал снег. Пару сантиметров. Причем очень хорошо шел в течение пару часов большими хлопьями. То есть, ну, как обычная метель хорошая такая. И знаете, тем же вечером... Где-то к 2 часам ночи он тупо растаял весь. Да, и сейчас у нас на улице снова слякоть, грязь и нет снега. Просто прекрасно.
И самое замечательное то, что мы опять проигрываем. И у нас до сих пор не выпал. До сих пор не выпал никто из нежити. Блин, на нежить это самый просто замечательный шанс рандома, как я считаю. Его вообще нету. Прощаемся с Эйдорой. Ставим Алису. И вот это все выставляем на Алису. В прошлых сборках я брал Ван-Ван. В первой сборке у меня она хорошо получилась. Полностью собрал вот это все. А вот во второй сборке она вообще пустая была, без шмоток, без ничего. Соответственно, самое бесполезное создание, которое можно придумать только. Но бесполезнее Мии все равно никого не существует. Блин, Алиса, вот серьезно, ты хилишься, у тебя ульта отхил. Как ты можешь проигрывать им всем? Хотя, может быть, у него ульта тут по-другому работает. Сейчас посмотрим. Так, тут мне никто не нужен. Хотя можно, знаете, взять Фрею, чтобы бонус получить. Но уже поздно. Бакси не нужен. Эйдора. Никто. Включаем первого Москова. Кэрри, Хайбуса. Ваксана. И, собственно, Ваксана у нас сразу встает на место. Я не успел посмотреть на Алису, ее ульту. Хотя, я думаю, где-то... ладно. Значит, берем скорость атаки. Нам пригодится. А тут мы берем, скорее всего, зеркало. Так, Алису я хотел посмотреть. Ладно. Сейчас посмотрим попозже. Так, тут у нас никого, поэтому берем место просто. Ставим так, так. И разок обновим. Еще одна Оксана. Это прекрасно. Почему-то не выпадала мне в прошлый раз. Я сюда нажал. Вот Алиса. Ну да, она, в принципе, хилится. Тогда возникает вопрос, почему она во время ульты не может просто их всех положить, а сама не умереть. У Алисы что хорошо, вот. Она прыгнула ульта раз, ульта два с этим пером. И умирает. Ну, она хотя бы три ульты запустила. У нас физиков никого нету? Нету. Значит, Москов погибнет. Блин. Позор для тебя, Москов. Так мало оставить хп и проиграть. Тризла. Замечательно. Собственно, мы. Мы не прощаемся с Ланселотом. Мы ставим Тризлу. Получаем. Или не получаем? Нет, мы прощаемся с Ланселотом и получаем полностью бонус. Бонус бездны. И нам остается достать только... Нам остается достать только Леоморда. Ну, короче, всю нежить осталось собрать. Джонсона, Ангелу. Такое ощущение, что я Ангелу несколько раз пропустил. Кстати, у нас золото скопилось. Я почему-то его забываю тратить. Аргус. Одета. Замечательно. Просто шедеврально. Но у нас нету места. Кстати, мы проиграли. Вообще, по моим наблюдениям, небесная самая лютая сборка тут. Небесные бойцы. Ну, не бойцы, а мастера оружия. Это самая лютая сборка. Так. Знаете, я могу позволить себе купить место. Пожалуй, я так поступлю. Поставим Мадету, получаем бонус Империи обратно. И, знаете, я бы, пожалуй, поставил бы это все на Одету, но... Ну, оставим это на Алисе, так как Алиса намного лучше пока что. Тем более... У Одетты очень хорошо контролится ее ульта. А Алиса, вон, всегда в движении, всегда под врагами, всегда их убивает. Хотя сейчас Алиса очень хреново сыграла. Поэтому, скорее всего, на Одетту поставим. Да, пожалуй, на Одетту, потому что против, против нас, короче, в этот раз нету контроля, поэтому... Представляем все обратно. Тьфу, обратно. Представляем все на Одетту, кроме сапог. Нет, сапоги тоже. Коробка судьбы. Леоморд. Замечательно. Забираем Леоморда. И у нас не хватает, по-моему, только Хуфры. Да, у нас Хуфры нету совершенно. Опять двое нерешительных. Либо они не играют, либо это боты. Либо это двое нерешительных. Но меня это, собственно, мало волнует.
Так, замечательно, значит, ставим Леоморда вместе с Архусом. Получаем бойцов, у нас никого физиков нету. И, пожалуй, знаете, как мы поставим? Да нет, мы... Нет, мы все-таки вот так вот поставим. И, собственно, наблюдаем. Если кто не помнит, короче, мастера оружия сами по себе хилятся. Империя имеет шансы оглушать противников. Бездна понижает физическую защиту. А магию мне бы вот собрать, но ее нету. И держатели щита, короче, тоже мы не собираем еще. Они, короче, дают щит в пределах 8 клеток. По поводу нежити, каждый персонаж нежити увеличивает на 75%, но это при максимальном, точнее, увеличивает на 75% свою атаку. Два Москова, Леоморд, получаем Москова второго уровня. И знаете, пожалуй, южную зеркалку на Леоморда. И пускай он тащит. Итого нам остается, короче, дополнительное место одно взять. Ангелу взять и Джонсона. Но, я не знаю, коробка судьбы должна быть на 15 раунде, скорее всего. И вот там, если нам повезет, то мы заберем дополнительное место. Если не повезет, то мы просто не соберем киборгов. Вот и все. Ну, кстати, вот я играю сейчас третий раунд, и в этот раз нам и на рандом очень хорошо везет, и на противников. Короче, если что, вот у этой сборки есть контра, это убийцы. Убийцы и кто-то еще. У нас, кстати, нету золота, поэтому мы возьмем Одету, Алису одну. Так вот поставим, пожалуй. Хотя, черт, какая разница. Золота абсолютно нет, нам нужно еще одно место покупать. Ладно, давайте сейчас дальше мы просто копим золото и берем, если за рандома кто-то падает, тогда берем. Если никто не падает, то и черт с ними. Короче, убийцы у этой сборки контра. И если я не ошибаюсь, то либо Империя, либо Алая Тень. Небесные 100% выносят эту сборку. Не раз проверено. Так, берем книгу сразу, замечательно. И берем эльфы, борцы, не нужно ни то, ни другое. Так, сразу тигрил. Второй тигрил. Я не знаю, стоит тебя брать, не стоит. Она пока не стоит, значит. А поджигалку мы ставим на Алису. Нет, стоп. Давайте на Алису мы поставим вот это вот. Хотя лучше на Оксану. Что вообще эта книга дает? Пускай лучше на Алису. Нет, лучше на Одету поставить вместо поджигалки. Не успел уже. Ну да ладно. Пока не борется, поменяем, значит, поджигалку на Москова, это на это, и вот это на Алису. Вот так вот будет лучше намного. Кстати, давайте зеркалку мы заюзаем на Одету. Мы проигрываем. Главное не вылететь сейчас. Не вылетели, замечательно. Чувака, походу, хороший ван-ван. Вот, блин, как у него Мия живет? Я, блин, свою Мию докачивал до третьего ранга, и она просто отлетает, как делать нефига. Получаем Алису, покупаем Машку, тьфу, Машку, Ангелку, и юзаем на Одету зеркало. Вопрос, почему ты не юзаешься? Пипец, такая дебильная система, короче, чтобы заюзать зеркало на кого-то из персонажей, он должен быть пустой в плане шмоток, либо на его копию. Почему? Что за идиотизм? Вот, собственно, а знаете, я, пожалуй, сейчас... Не перо, а что, сапоги уберу. Вот сапоги заюзаю на Алису, а это заюзаю на Одету, чтобы она сразу ультовала и поджигала противников. Вот так вот, замечательно будет. Но мы, походу, сейчас проиграем. Алиса не вытащит. Это крайне обидно. О, у нас 4 хп. У нас еще есть шансы побороться с этими противниками. Вообще, на самом деле, я бы взял лучше бы третьего мага. Вместо нее. Короче, ставим Ангелу. Получаем бонус. Физическая защита и магическая защита. И атака на 20% больше. Мне это, в принципе, в плюс будет. Вот, собственно. Книжка и вот это сразу замечательно одета, потому что она буквально сразу ультует.
И после этого, благодаря перу, она получает еще один ульт и сразу еще раз повторно ультует. И за счет поджигания она вносит дополнительный урон. Вот это замечательно. Запомните, если вам будет хорошо, то вот книжка и перо. На Одету просто замечательно заходит. Коробка судьбы. Ну вот сейчас нам нужно дополнительное место. Забираем второе дополнительное место, и нам остается достать только Джонсона, который нам совершенно не падает. Даже обидно становится. Всем падает, а мне не падает. Хотя на самом деле я бы взял лучше бы, знаете, это, еще одного мага, для того, чтобы просто получить бонус. Давайте Аврору возьмем и поставим пока что Аврору. Я просто хочу пока что получить бонус магический. Это увеличивает магический урон союзных героев на 40%. То есть мне это в плюс будет. И знаете, пожалуй, я думаю, к черту собирать киборгов. А соберу-ка я, пожалуй, просто держатель щита вместе с магами. Это будет значительно лучше. Поэтому, скорее всего, мы от Ангела избавимся. Но, блин, Ангел дает хорошую защиту. Прямо очень спорно, я даже не знаю. Ангела дает хорошую защиту. Плюс дает атаку. 20% атаки. Что у нас тут Дэнни? Проигрывает. Катана вылетает. Или Дэнни вылетает, не знаю. Не важно. Дэнни вылетел. Леоморт. Ну, кстати, вообще Леоморт есть? Нет, вот теперь есть. Короче, оказывается, что у нас даже Леоморда не было. А у нас и Хуфра нету. Блин, пипец. Че за пипец вообще? А, нет, стоп, вот у нас Леоморд стоит. Верни, Ангел. Черт. У нас Леоморд, короче, стоит. Я забыл, что я собираю нежить. Короче, подписчик, который советовал мне этот строй, прости, я забыл, что я вообще нежить собираю. Но, честно говоря, у нас неплохой строй получился. Вот, да, нежити не хватает, но строй получился хороший. Блин, просто жесть. Я забыл вообще, кого я собираю. Просто собираю уже, знаете, рандомно. А, это просто жесть. Тогда мы сейчас Леоморда выбираем. Одета. Ну, блин, я ее вряд ли соберу, конечно. Значит, ставим обратно Ангелу. Полистаем. Поищем, я не знаю, Хуфру поищем или кого. Тризла. Давайте возьмем второй уровень на него. Так, мне, короче, нужен Хуфра для нежити. И Джонсон для киборгов. Тьфу, для киборгов, для держателей щита. Ох. Как так я вообще забыл наполовину, что я кого собираю, блин. Просто жесть. Так, берем кристалл и. Давайте раз перо возьмем. Собственно, вот сам Джонсон. Тризлу я уже не буду собирать. А, значит. Я вот даже не знаю, стоит ли или не стоит. Давайте уберем Ангелу, поставим Джонсона. Получаем сразу киборгов и держателей щита. Ваксана у меня второго уровня, значит. Стоп, 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 стоп. Я не вижу, на кого накинуть это. Ну ладно, ни на кого не накинем, к черту. Давайте посмотрим, хорошо или плохо я поступил. Но я думаю, что плохо, потому что все-таки бонус на магический урон довольно полезен. И знаете, я, наверное, сейчас его верну. То есть я уберу Ангелу и поставлю все-таки бонус на магический урон. Хотя, скорее всего, нет, фух, я выиграл. Это было крайне опасно. Поэтому, да, пожалуй, убираем Ангелу. Ангела, блин, ну она тоже дает свой бонус. Черт, вот. Знаете, я заложник ситуации. Потому что и то нужно. Короче, жесть полная. Значит, давайте, знаете, Давайте на Аргуса заюзаем, чтобы хотя бы его докачать до второго уровня, где он есть-то вообще. Так-то уже не важно, у меня все персонажи второго уровня. Значит, полистаем. Одета. Ладно, возьму тебя. Ух ты, нас Аврора заморозила. Гатакача сбил ульту. А, нет, не сбил. Одет ульту еще раз. Замечательно. Все, мы побеждаем, скорее всего. Да, мы побеждаем. Но это благодаря, кстати, Ваксане. А знаете, у нас еще есть шанс... У нас еще есть шанс проиграть. Короче. Сборочка прям отличная. Но не забывайте, кого вы качаете. Аргус, я тебя уже не буду трогать, Алиса.
Мне нужен Джонсон, либо Аврора, Леоморд еще один. Получаем второго Леоморда. Одета, Аврора. Джонсон. Места нету. Прощай, Москов. Давай хоть кого-нибудь. Не успел. Ну, там особо никто не нужен был. Так. Ну хорошо, что, кстати, Такачи не сбивает ульту Одета. То есть наша Одета может ультовать спокойно. И в этот раз мы уже отлично побеждаем. Короче, сборочка хорошая. Ну, кстати, мы не собрали нежить. Короче, запоминайте сборку. Это не то, что мне рекомендовал подписчик, но это практически то же самое. Короче, вот сборочка. Скажем так. Бездну, в принципе, тут можно не собирать. Она физику принижает, но у нас почти все маги. Короче, не собирайте никогда эту сборку. Это тупо солянка халимая. Но интересная солянка. Я не собрал нежить, как планировал. Я вообще практически... Нет, я собрал половину, но не собрал... Короче, вот эта сборочка интересная, но не то, что нужно. Все, вот на этом точка. По поводу подписчика. Я соберу твою сборку попозже, но немножко все-таки подкорректирую ее получше. То есть я сейчас просто забыл, что я нежить собираю, то, все, пятое, десятое. Но скажу так... Я два раза пытался сборочку эту собрать. Она очень сильно зависит на рандом. То есть, если вам не упадает нежить, то можете забыть просто про эту сборку. Вот. Всем пока, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей серии.